Друзья, у нас появился небольшой вот такой вот репортаж. Купили колбасу. Вот, это пойдет в нашу рубрику «Проверяем продукты, качество продуктов». Мы купили ликорскую колбасу. Они себя рекламируют, что у них чуть ли не натуральная колбаса, ликорская. Видите, пишут ДСТУ, но какое ДСТУ, они этого не рассказывают. Они пишут, что это Бащенский. Вот. Везде они рекламируются и рассказывают, что у них супер-пупер колбаса, что у них колбаса чуть ли не из мяса. Значит, начали разрезать. Почему я решила все-таки, потому что вы посмотрите, сколько. Значит, открываем эту пленочку, которая называется. Так, помощник сейчас удерживает эту воду. И таким образом в этой колбасе, если можно назвать это колбасой, остается вот такой вот желатиново-водный. Водная суспензия. Ну, такая получилась колбаска, как колбаска поджаренная, не стреляет с нее. Вот, это говорит, что данная суспензия, из которой сделана колбаса, однородная, поэтому и не стреляет. Ну и не разлазится. То есть воду удерживают они хорошо какими-то желатинами, желатиновыми порошками, ну что-то в том роде. Короче, друзья, я не рекомендую и сама больше не буду покупать торговую марку Бащенский.